8,5 длительность. Вообще жестко. Просто показать. Фиги, 9,5 длительность Blood Fury, перезарядка 12,6, урон 290. Вообще имба. Второй босс, валим на вас. Арк. Вот это такая вещь. Мне арка жалко вообще. Просто в наглую включусь, как бывает. Вообще, такое ощущение, что это не второй уровень сложности вообще. Это нулевой. Считай фул за дар. Когра, классный тур. Когда я уже играю, я прошел все 5 уровней сложности. Вот остался вот этот один челик. Какой-то барашка или осел. Надеюсь, что он выпадет. Хочу посмотреть, что будет, когда я всех открою. Мы здесь, ребята, также подходим просто в центре в этой миссии. Как это? Мешочки сыпятся, Лайман Васи, не забываем собирать. Бабки рекой. Надо их тоже собирать. Сейчас я 280 на себя. Нормально я выбил денег. Возьмем к радиусу немножко. Выбрали ловушки, ребята, выкладываем тапок. 440 вообще нормально.
Ну, это сложные ловушки. Стоим, ждем. Уворачиваемся. Ух ты. Нормально, не поцарапала мана. Прошел, не потерял жизни. Начали ману на расслабоне. 26-я минута, уже почти все прошли. Так, что он там дает? Что брать воду в кулак? Идем на элитный бой, элитный левел назов. Четыреста пятьдесят, короче, просто Блэд Фьюри можно юзать пока долго. Бесконечно вечно. Да. Офигеть длительность. Все, опять я знову пошла. Так, что, пофиг. Так можно весь он тур проехать. Поехала опять. Элитный уровень. Слушайте, это вообще офигенно. Жалко, что на пятом, там, четвертом, когда играешь, такие скиллы не выпадают. Вообще офигеть. Длительность 11,5 секунд. И урон еще 450. Вообще имба. Смотрите, длительность 11, перезарядка 10,8, ребят, вообще имба. Просто бесконечно. Просто бесконечно. Не знаю, что бы взять. Ради прикола радик возьму. Просто, чтобы докрутиться, сжечь. Такая вот нестандартная... Нестандартный закуп. Тебя не толкай. Что это за левел? А, все, я понял, эти магнусы. Ой, да это левел вообще нельзя. Тут он просто бесконечно крутишься и все. Да, он сосет, я не... Просто бесконечно могу крутиться, ребят. Смотрите, опять кручусь.
вообще офигенно, знаете. Просто крутишься, крутишься. Подожди, в курсе, да? 10-8. Бесконечная крутилка, ребят, видели такое? Еще поугараем, возьмем 10 секунд перезаряд. Все, финальный босс. Не знаю, как еще эта лана умудряется там умирать. Возьму одну жизнь. Больше мне не надо. Ну, сейчас что там предложит. Ух ты, вот эта тема, чекайте, ребят, 500, значит, урон в секунду, длительность 11,5 и перезарядка способности 10 секунд, просто имба. Да мне это нафиг не надо. Чисто вот такой затар. Чисто кому, если по приколе, то такой гайд на джагу вообще имба. Конечно, тут много зависит от способности, которая выпадает, радиус не такой большой, но прикольный. То есть способности у меня получается Healing Ward ставлю, получается 11,5 секунд будет Фьюри, я 11,5 секунд. Да писец, еще Радик жжет, вот это жжет. Чисто маг на маг. Сейчас он отъедет за... Смотрите, 30... короче, 31 минута мы его начали бить условно, да? Сейчас чекну, за сколько мы его убьем. А у меня еще и набивается вот эта ловкость и тема. Вообще все равно, что он там крутит, просто бесконечно кручусь и бьют. Вот этот подразгон, не надо попадать, конечно. Ну такое месиво, я просто честно сказать, особо не парюсь. Я хочу... Короче, мы его начали бить, 31 минута было. Я хочу просто посмотреть, за сколько мы его реально сможем выкосить. Я кручусь до сих пор, офигеть. Набиваем все скиллы. Отходим, блинкаемся. Я вообще отъезжаю на раз-два. Попал под эти херни. Короче, ребят, смотрите, за полторы минуты мы его забили. 31 начали, 32, 38 закончили. До сих пор я кого-то бью. О, отлично, ребят. Гляньте, прикольно. Вот спирит там что-то колдует. Последний этот, брата последнего освободил, прикиньте, наконец-то. Вот он был, блин. Говорит, ты последнего моего брата спас, барашку. Брат-баран последний. Что-то тут... Ну, короче, тут непонятно, кто из них баран. Тут тупил что-то агоним дольше, по-моему. Говорит, освобождать или не освобождать. Мя. Спасибо, брат. Я пошел срать. Ух ты, нифига себе, дали, что баран вытворяет. Короче, ребят... Вот и открыл последнего агонима, я не знаю, я же ждал какого-то мультика, я не знаю, там. Говорит, братья, короче, братиш, ты, говорит, освободил всех моих братьев, все дела, там, тыр-пыр-тыр. Вообще быстро по фасту. Не, слушайте, ну вот это джага имба. Так, в принципе, с такой связкой можно и третий, и четвертый проходить, и пятый левел сложности вообще на изи.
Я даже не напрягался, можно вообще там не умирать. Выпрямо взгляли хранилище континиума. Короче, никакого, ребят, мультика нету. Всех братьев освободил, ничего не... Нанес я вот сколько дэмэджа, хилку. Прошли за 35 минут, последнего босса убивали за 1.5 минуты получилось. Вот, вы видели все сами. Вот, освободил я всех, короче, ребят, братьев, никакого мультика, ничего не было. Ну, освободил и освободил, типа, последний баран. Вот такие вот дела, ребят, так что... Все, прошел я полностью лабиринт Аганима, все уровни сложности, всех братьев освободил. Все, короче. Так что, кто ждал какие-то мультики... Я, честно, думал, покажут какой-нибудь мультик, дополнительный ролик. Может быть, думал, что после прохождения покажут какого-то там следующего героя. Там ходят слухи, что вот этот первобытный зверь — это следующий герой в Доте. Ну, как вы видели сами, ничего подобного нет. Ладно, ребят, всем добра, до свидания.